Щелковскую областную больницу экстренно госпитализирована 85-летняя пациентка с осложнениями мочекаменной болезни. В таких случаях может потребоваться удаление почки. Задача врачей – сделать все возможное для сохранения парного органа. В этом им помогает новый аппарат УЗИ, который на днях поступил в урологическое отделение. Произошло нагноение у женщины почки и произошло нагноение рядом лежащих тканей. То есть будет проводиться дренирование гнойной полости, чтобы в дальнейшем по купированию острых проблем уже будет проводиться более такая расширенная операция. Аппарат УЗИ нового поколения заметно упростил работу врачей. Ультразвуковая диагностика внутренних органов теперь стала на порядок точнее. Аппарат выдает картину в высоком разрешении. Состояние тканей и мельчайших сосудов можно рассмотреть более детально. Этот аппарат именно для урологической помощи, он нам поможет более четко визуализировать более сложные случаи в плане объемов предстательной железы, деструктивных абсцессов почек, дренирования. Более визуализация мочекаменной болезни, опухолей мочевой системы. Хороший аппарат, безусловно. Пациентка уже в операционной. Ассистирует врач-уролог Шакир Дауров. Оперирует Дмитрий Колесников. С помощью ультразвукового аппарата выявляется деструктивный очаг в тканях, который надо задренировать. Вот это вот направляющий. Вот мы сейчас выводим деструктивный очаг, и сейчас он будет пунктирован. Аппарат УЗИ выполнил свою задачу. Врачи сделали дренаж мочевых путей, чтобы снять острую патологию. Специалисты поборются за сохранение почки и подберут нужный курс лечения для выздоровления пациентки. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.